по проекту «Украинская новая школа». Молодцы, так сделали. Двор красиво. Пойдем там, где будет открыто, найдем дверь. Так, а это вход в школу. Его перенесли, был когда-то в другой стороне. Конечно, знаем дорогу. Тут такое все убитое было, когда я училась. Там деток сейчас нет, Зая. Так вот я? Да. Как вот сюда? Сейчас же ведь карантин, ты забыла? Вот мы с тобой дошли. Вот видишь, дверь открыта. Наконец-то. Линейка проходит здесь. На 1 сентября. Я тут столько искала, как она такая красивая. Такая золотая. Ходит, обнимает школу. Говорит, какая красивая. Наши классы младшие, там когда-то я училась. А нам туда не надо, Зая. Да, ты дальше иди. Раньше был вот здесь вот вход в школу, и линейка тут проходила. А сейчас тут сделали красиво. Я даже тут никогда не заходила. Сколько лет прошло, ой-ой-ой. Самое интересно, сколько лет мы тут выстояли на этой линейке. Теперь тут все изменилось. Школьный двор был. Когда-то выходили на переменках, тут гуляли. Еще одна моя классная комната здесь была. Елочка выросла. Ого, помню, такая маленькая была. Совсем маленькая была там елочка. Сделали вот такой вот центр двора. Как-то Алиса зовет. Не, ну что сказать. Шикарно сделали, молодцы. Еще бы у наших детей бы такую школу бы сделали. Вообще было хорошо. Но, увы, в городе нашем школ таких очень мало. Ух ты, какой мостик у тебя здесь. Тебе на нем не страшно было идти? Не страшно. Тренажеры поставили. Приятно смотреть, когда так все хорошо обустроено в школах. Да, нахлынули воспоминания, маму. Раньше все здесь такое было серое, унылое. Идти сюда не хотелось. Сейчас детям видно веселее даже приходить сюда. Когда так все весело вокруг. В цветах таких веселеньких. Алиса спрашивает, что с ними делать. Мама. Садишься и качаешься, натягиваешь. Опа! Видишь, как оно работает. Где? Нет, за ней вытирай там ручками. Мама, но здесь вот чище. Вот здесь чище.
Смотри, удержись там. Ага, чтоб ты так не упала. Больно будет. Лиза, может, ты позанимаешься спортом? Можно, хватит бабу тренировать. Ну что это? Тихо, это ножки, мышцы, ну давай так, да. Катай, катай ножки. А я тоже занимаюсь. Все занимаются. И тети, и дяди. Это как дядям, так и тетям можно заниматься. И девочкам, мальчикам можно заниматься. Ну, занимайся. Лиса не знает, что с ними делать. Надо тянуться, зая, тут много силы надо. Где? Где? В руках. Вот, давай, давай. Оказывается, ты, мама, сильная, молодец. Давай. И все, да, на этом. В общем-то, посетили мы с Алисой школу мамину, да, Алиса? Тебе понравилась мамина школа, Алиса? Вернее, не мамина, где мама училась, школа, вернее. Мамина школа, это мама сказала. Ага, столько. А вот смотри, держись и крути попой. Туда-сюда, туда-сюда. Становись сначала. Потом и попой. Раз, два. Туда-сюда. Алис, может, домой уже пора? Потому что с тобой долго гуляем, мама уже замерзла. Нет, давай. Видишь, как она гатит? Да, это вороны летают. Это... Под зонтиком, да? Да. Отдохнуть, очередь подождать. Одним словом. Две ножки. Нет, туда две ножки, одна ножка. На восьмерочку одна ножка. Шесть, семь. Пять. Три, четыре, два. Один. А считай теперь. Мама, а туда ходить сюда? Да, это такой лабиринт. Находи дорогу. Когда-то Алиса тут у мамы физкультура проходила. Только, конечно, поле было совсем не такое. А там видишь, что детки занимаются? Ты шо, шикардос какой. Вот это футбольное поле. Красиво, как все здесь сделали. Вон там идет у кого-то занятие. Да нет, за это не только для мальчиков. Ну, не пусти, не могу это играть, но... Да, сколько я раз тут приезжала, но не заходила. Сколько лет сюда в школу, хотя совсем рядом живем. Лиса почему? Спрашивает маму, почему здесь дорога такая потресканная. Вот так вот ее хорошо делали. Да тут даже машины не ездят, просто ходят ногами по тропинке. И дорожка эта совсем из новых, ведущая к садику.
не с Алисой. Алиса с мамой замерзла. Замерзли, мы греемся, так скажи, да, Алиса? Фух. Я устала. Моя рыбка такие тут мусорники кругом завала. Все, нагулялась? Смотри, вот эту кнопку. Вам да? Да, кнопку нажимай. Вот так? Нет, вот так вот. Вот эти вот две. Я не нажимаю, давай. Самостоятельная наша. Впускай дверь. Вот как умница. Всем пока. Ну давай, я хочу пить.